Приветики, господа, с вами я, ваша любимая Светлай, и вы меня спросите, почему я зашла снова в Дастеп? А вот потому что... Сейчас вы увидите эту идеальную... Вот! Гляньте на сальто! Третий сброс! Что будет, если я сброшу? Третий ресет. Угу. Получается, что третий сброс. Мы типа идем на боте пассивист. О май гюднес, мы снова это видим. Ладно, я пойду в Гейл, и мы это все видели. Я сейчас приду. Здорово, господа, не ставьте танка. Тебе что-нибудь нужно? Ему что-то нужно, да. О май гуднес. О! Все заново! Нет! Увидимся в следующем перезапуске. Он же... Да-ка мы будем... Я снова здесь буду? Сам вспоминаю. Это мы уже третий сброс, получается. В следующем призапуске, малая, он так сказал. Ну ладно, увидимся, как увидимся. Ладно, побудьте пассифиста опять и подействуем. Потому что, как это по заново, блин? Третий сброс. Там... Сейчас он поражит, и этому конец. О боже. Достал, да, я понял. Там кто-то морёт, блин, господа, постоянно так делается. Мне это прям свету, да? О, нет, мы вернулись. Почему я вернулась заново, а? Увидимся в следующем перезапуске, малая, ну. Увидимся, как увидимся. Да, мы это все уже читали, это дерьмо. Да, где мама? Да я знаю, где мама. Мы заново третий сброс. Можно, короче, всех спасти, прикиньте. Можно, кстати, всех спасти. Можно прям прекратить эту всю войну. Я же третий сброс сделал. А что будет, если я не буду сохраняться? Я не буду сохраняться. Так кто там орёт, блин? Мы прям проходим опять там путь пассифиста. Опять чужих всех. Опять человек. Он сказал, увидимся в следующем перезапуске. Ну, я не хотела этого делать, но придется все заново идти на пассивист. Наверное, он ничего не сказал. Ну, я случайно. Ой-ой-ой-ой!
Блин, я надо подписать геноцида, да? Да, я снова сделала все правильно. Блин, а вот прекратить, блин, эту войну, блин. Я сейчас снова буду идти на пути пацифиста, да, потому что мы с Саней обещали, что в следующем запуске, а потом мы уже не будем перезапускать, потому что я же хочу знать, что это такое. Говорила, что я не человек, блин. Кто пришел? Я же не был вот там. Да хватит. Господа, я же не была вот здесь. Саня, пусть идем. Я сейчас пройду заново. Да. Потому что эту атаку надо пережить. Все пережить, что ли? Извиняюсь. Я сам, а я не ударил.
Грей. Мамочки мои. Может, надо промазывать, чтобы... А что если я бы ему вручила Golden Fa? Он бы меня вспомнил, конечно же, вспомнил. Это якась битва вообще легкая. Вообще битва тысячелетия. Будет потом битва тысячелетия с Чарльда. Господа, если честно, будет битва тысячелетия вместе с Чарльда. И вот биться вместе с Чарльда. Там было сохранение, теперь его больше там нет. Пацифист уже второй раз, да, я играю.
Там же Саня просто там стоял. Я все сделала правильно? Привет, Саня! Здорово, Аген! Нет!
Я не хотела в ту сторону. Помнишь, это говорит сам? На предопасифист на один раз и будем заканчивать. Приветик, Сань, снова, блин.
А что будет, если я его не ударю и ничего не буду? Ну и снова сейчас это идеальность. Проходим снова на зову это. И что ж, двое? Мы снова тут. Так, что означает вообще? Он сказал снова? Если ты меня убьёшь, то я буду... Да тихо, закинь! Не снимай, я мне там мешаю! Я сейчас приду! А что будет, если я... Ты меня
совершила полный контроль над тобой. Нет. Господа, господа, я извиняюсь. Ну что ж, господа, извиняюсь, что я спойлеру вам. Извиняюсь. Да. Давайте начнем. Такая мими. Что ты собираешься этим делать? Ну это мы уже видели. Какая обида. Но ты не меня не можешь никогда удалить меня, Фриск. У тебя недостаточно количества решимости. Саня сейчас появится, да. Мы за. Такая, не умей. Чего дальше? Thank you.
Мы заново увиделись сами. Все, мы теперь закончили с прощай чара заново. Мы увидели заново, отлично. Увидимся в следующем перезапуске, малая. Да вы уже виделись.